нападающий турнира Кочетков Федор, Спартак, Москва! Индивидуальная награда. Лучший футболист всероссийского детского турнира на призы Никиты Павловича Симоняна. Это Иван Клещунов, Спартак, Москва! Иван получает не только памятную статуэтку, но и вещь очень важную. Это книга о Никите Павловиче Симоняне. Победителем всероссийского детского турнира на призы Никиты Павловича Симоняна становится команда «Хозяев» красно-белые «Спартак Москва». Ну а лучшим игроком в стане команды победителей стал Святослав Москаленко. Святослав, принимай награду. Я здесь.